Друзья, сегодня мы с вами продолжим эволюционировать и собирать части других животных в игре под названием Strange Seed. Ну а меня зовут Перпетум или же Александр, всем эволюции, уважаемые друзья. И первое, что я хочу сделать, это поставить ноги хорька, которые мы таки получили, и нужно узнать, на что они влияют. Скорость передвижения и прыжок. Опа. Ладно, что, кто, что, что? Я наполовину муравей, наполовину хорек, наполовину, ну как наполовину, на часть, да? Хорек, муравей, жук, моллюск. Вообще, это выглядит странно. Ну ладно, давайте двигаться дальше. И, друзья, что это за шар, кстати, на что он влияет? И, друзья, если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Смотрите, шар оставляет следы. И для чего это нужно, не совсем понятно. Ладно, ладно, давайте пойдем дальше, найдем новых животных. Возможно, петух! Это какой-то... Ничего себе, какая злая курица! Она же сумасшедшая, посмотрите на нее! Я хочу быть такой же, мне нужны крылья. Не бегай за мной, подожди. Курица, ты чего, с ума сошла, что ли? Давайте ее съедим. Так. И она еще очень грамотно дерется. Она постоянно уходит от ударов, от атак. Выбирает такую позицию, такой ракурс, чтобы я ничего не мог ей сделать. Опа, хвост курицы. Ну, я хочу сразу посмотреть, на что он будет влиять. Хвост курицы, говорите, да? Ого, ого. У нас будет меньше стамины, но при этом скорость, скорость поворота и прыжок. Да. Да, я теперь могу очень высоко прыгать и бегать довольно быстро. Да, выносливости стало поменьше, но и не страшно. Прости, ты такой же, как и я, да? Но немного другой. Грибы! Ладно, я думал, я могу... Вот это он... Жесть! Я думал, я могу собирать только куски животных. Да хватит меня убивать! Сколько вас тут? Вы чё все такие злые-то? Мне что, тоже нужно стать грибом, чтобы вы от меня отстали? Вот это существо... Лютое. Мне нужны дальние атаки, друзья. И помните, я пытался атаковать в дальнем бою, но не мог это сделать. Теперь я, похоже, знаю, как это нужно делать. Попробуем, попробуем сейчас взять голову Гуидака. Вон, плюются в меня. Тело гриба. Так, а ну-ка... Не терпится все попробовать. Тело гриба. Защиту увеличивает и скорость поворота. Но я буду медленнее, ХП у меня будет меньше. Ну, как это выглядит? Ладно, это выглядит странно. Какое у нас было тело? Нам нужно ХП побольше. Меня очень быстро уничтожают. Поэтому я выберу Геодака. Туловище, да? Оно дает много здоровья. И голову, голову, голову Геодака. Дальняя атака. Выгляжу я отвратительно, конечно, сейчас, но давайте пробовать. Нужно выделить цель и после этого стрелять. Нет, не получилось. Снаряд полетел не туда, куда нужно. Сейчас мы попробуем найти кого-то здесь и в него выстрелить. Или тут? А где все, собственно говоря? Эй! Есть... Подожди, тут была пещера или мне показалось? Мне показалось. Есть кто живой? Я просто хочу маленечко по... Гигантский гриб. Побежать к гигантскому грибу. Мы побежим обязательно, но погоди. Сперва я бы хотел кого-то найти. Еще одно такое растение, овощ, фрукт. Что это, не ясно? Геогриб! Он наполовину геодак, а наполовину грибок. Привет! Что ты мне скажешь? Я знаю, я выгляжу странно. Но это правда, что нужно парням обижать меня? Я хочу уничтожить барьер, но... Ты только посмотри на меня. Вот этот барьер, да? И вот эти чуваки его не пускают. А, они будут в меня стрелять. Но я выделил цель, попробую выстрелить в него. Получилось, смотри-ка. Ой, так это работает, и правда, друзья? Я могу выделять цель куда... И стрелять. Шикарно, это реально шикарно. Меня попали? Как вы быстро атакуете? Да,
Стреляй. Давай. Моя очередь. Плевок. И моя очередь. Супер. Барьер разрушен, но сломать я его... Ой, барьер. Ребята уничтожены, но барьер сломать я не могу. Я могу перепрыгнуть. Пикап. Хорошо. Еще одно гнездо и переход на следующую локацию. Туда мы пока не пойдем. Туда мы пока не пойдем. Пошлите поговорим с гигантским грибом. Здесь пролезть нельзя, да? Поговорим с... Опа, кусок мяса. Почему я не могу его съесть? Эй, я хочу съесть мясо! Дай съесть мясо! Дай, не могу. Он его не ест. Ладушки, поговорим с гигантским грибом, посмотрим, что ему нужно. И, быть может, если мы выполним его миссию, он даст нам что-то действительно очень ценное. Вот эти ребята живые. Скорее всего, они выглядят так, будто они живые. Но нападать на меня они пока не нападают. И что-то мне подсказывает, что гриб... Это гигантский грибодед. Что-то мне подсказывает, что гигантский грибодед попросит нас вон те фрукты и овощи тащить сюда. Например, в эту... Эй! Я же пришел помочь вам! Вы чё? Вы чё? Промахнулся. Хотя я выделил его. Не-не-не-не, слушайте, в ближнем бою это не канает. Да я поговорить хочу. Зажали в угол. Тихо. Не канает. В одного попал кое-как. Не, мимо. Хоть он и выделен, но видите, они смещаются, и поэтому атаковать становится сложно. Это возможно, конечно, но это довольно сложно. Зато получается бить сразу по толпе. Отлично. А, не. Дальний бой это прикольно, если бы он был быстрее. И если бы он следил за... Голова, атака 14. Следил за целью, а то видите, я целюсь в одно место, пока я выстрелю, гриб уже смещается. И я просто промахиваюсь. Это отстойно. Так, теперь у нас 45 хп, голова муравья, я смогу жестко атаковать и, возможно, даже сломаю барьер. Да? А сколько ударов нужно сделать? Наверное, нужна какая-то определенная часть тела. Какая-нибудь сильная голова. А, нет. Не понадобилось. Я думал, нужны какие-нибудь рога, чтобы можно было с разбегу влететь и сломать. Нет. Итак, все работает. Но сейчас мы идем к грибам. Это будет реванш. Грибной народ. Вы подняли на меня свои грибы. Я подниму на вас свои жвалы. Есть. Урона, конечно, мало наносится. Нужно что-то с большим уроном. А, у него защиты много, поэтому я так мало. Так-то я по 14 должен бить. А бью меньше. Биомасса. Голова гриба. Я тоже смогу атаковать по площади? Ну, раскидывать свои споры. Ай! Было бы очень удобно. Есть. И где-то был еще один. Их тут было трое. Это... Да-да-да-да-да-да, я помню хорошо. Это я помню. Малыш. Он еще атаку может отменять. Видите? Он начинает ее, я отхожу, он отменяет. У грибов огромный интеллект. Получается, мне самому нужно стать грибом. Так, ладно, дед. Что ты мне предлагаешь сделать? О, преступление! Ты уничтожил моих внуков! Ха-ха-ха-ха-ха! Я просто шучу. Не беспокойся. Грибы пришли, грибы ушли. Они просто переродятся. Но сейчас мне нужен гвиданс. Какая-то грибная сеть у них есть. Послушай меня. Есть два типа, плохие и хорошие. Так, тебе нужно плохих людей найти. И тогда ты получишь, короче, хорошую награду. Тебе нужно найти плохих людей, перебить их. Да, я хорошо сделаю это. А, ему нужен компост. 4 штуки компоста. Поищи их в округе и затолкай их в яму. Вот, это компост, друзья. Вот эта штука. Но знаете, толкать ее будет очень сложно, мне кажется.
Даже вот этот большой кусок затолкать довольно проблематично. А те маленькие, они постоянно в сторону смещаются и... Но это будет сложно. Но тогда мы доберемся до хороших людей или до плохих. Но в любом случае мы это сделаем. Все-таки Гуидак у нас серьезный. Гуидака муравей. Петуха. Петуха. Петуха-дак. Так, мы снова. Опа, петушара. Отлично. Хорек, я бы твою голову забрал. Мне кажется, у нее скорость атаки очень быстрая. И урона много. Надо проверить. Хочу быть хорьком. Устал я быть муравьем. Хочу быть петухарьком. Петухарек! Петухарек! Хочу быть петухарьком! Классно будет, а? Петухарек. Даже название уже придумано. Причем, ну, в энциклопедии даже можно было бы писать про такого животного. Петухарек. Биомасса. Шею получили. Погоди, эти курицы молятся на компост? Курицы. Но пока самые безумные создания в этой игре это... Господи, как страшно! Это курицы! Эти курицы, они меня ликвидируют! Нет, курочки! Вы же наггетсы! У них слишком высокий интеллект. Они умнее меня значительно. Все, мне конец. Нет еще? Убил. Отлично. Последнее. У куриц интеллект зашкаливает. Ноги курицы. Биомасса, голова курицы. Мясо. Так. Ну, вроде бы их ХП немного восстановили. И мне бы гнездо найти, чтобы организовать себе новые части. Это что? Опачи! Ничего себе, ничего себе. Мистическая жидкость. Для чего она нужна? Я не знаю до сих пор. Но я могу сделать мега-курицу себе. Мега-петухарька. О, да, точно. Ну, покатили шар этот. Ну, пока без проблем катится. Теперь его в сторону. Не, нормально, нормально. Он катится именно туда, куда ты его толкаешь. Без всяких проблем. Мне казалось, раньше будет сложнее. Но в целом, да, это не быстро, но это возможно. Они что, воскресли грибы? Не, мне показалось, я уже испугался. Не хотел бы я заново с ними драться. Хотя деду плевать. Ему абсолютно все равно на своих внуков. Говорит, вырастут еще. Куда денутся? Давайте пробежимся. Я слева видел еще один кусок компоста. Размер, пофиг на размер. Слушай, а как его оттуда вытащить? А я его оттуда не вытащу. Вот в чем проблема. А, смотри-ка, смотри-ка. На размер пофиг, да? То есть маленький, большой, неважно, любые можно тащить. Получается, ну, ты, вот, все, нормально, нормально. Главное, самому не застрять. Все. Да, все-все-все. Если он будет плотно к стенке, да вот этот кусок, он гадкий. Тот был круглый и нормальный, и толкался туда, куда нужно. А этот? Попробуй подтолкни еще. Так. Вот. Да что ты делаешь? Как тебя туда теперь вытащить? Он же сам туда запрыгнул, я ж не специально даже. А все, я его туда не достану. Невозможно. Блин. Меня убили, друзья. Я бегал, искал еще компост, и меня убили. Но зато я оказался в гнезде, и тут-то я могу... Защита плюс 3. Атака 14, атак байт. Мне нравится вот это. Так, ну петушиная голова мне, конечно, интересно, но это помощнее будет. Просто у меня атака сейчас 1. Подожди. А, тут атака не пишется, ладно. Короче, буду грибноголовым. Шея хорька, стамины больше. Во. Пойдет. Туловище. А, это ноги, погоди. Атак, кик. Удар ногой. У меня теперь будет 2 удара. Так, это супер. Это просто отлично. Чикен торса. Очень много стамины, скорость поворота, но будет мало здоровья. Будет мало здоровья. Останется только 30 хп. Этого мало. Этого мало. Объективно этого мало.
Поэтому откажусь я пока. Кстати, вы меня просили проверить, есть ли что-то там, где вот EQ. Нет, дополнительных разделов, друзья, нет. А еще я сделаю вот так вот. Только это что, подожди, это мне туловище нужно больше. Хочу себе туловище больше. А че я не могу? Не понял? Туловище больше нельзя сделать, да? Тогда голову сделаем больше. Голова. Во! Вот теперь жестко. Я стал довольно медленным. Здоровье у меня не увеличилось. Это, конечно, круто, но очень медленные. Очень медленные. Не буду я так делать. Ну вот 120%, я думаю, нормально. Так, атака на Е. А как атаковать лапами? То есть я могу только на Е атаковать пока. А лапа вот... А, два удара, смотри. Двойное нажатие на Е. А, я могу подряд делать два удара. Надо сделать так. И потом лапами. А выбирать между ними не получается. Я не знаю как. Жаль. Так, я побежал. Не, ну я очень медленный. По-моему, с такой скоростью я особо каши не сварю. Так, а вот этот компост мне заново, что ли, нужно таскать? Честно сказать, я не особо горю желанием таскать его заново. Ну, правда. Скажите, что там лежат куски. Отлично, два лежит. Грибы не воскресли? Нет, они... Нормально, нормально, два куска. Все, сейчас этот большой притащим, и все будет супер. Ты его толкаешь вперед, а он катится куда-нибудь в бок. Кривой, косой. Он сейчас тут застрянет. Только не говорите, что он тут застрянет. Я этого не перенесу. Не переживу. Так, куда ты назад катишься? Тебе в сторону нужно. Как тебе туда затолкать в сторону-то? Вот так. Вот. Все, теперь не промахнусь. Это был третий кусок. Нужен еще один. По правде сказать, я думал, он вернется после моей гибели назад. Но, видите, он тут застрял и достать его не получается. Отстойно. Ладно, давайте проверим, как наш гриб в бою будет себя показывать. Но против нескольких животных... Не, слушай, медленно. Они меня просто раньше атакуют, чем я их. Да, они просто раньше меня атакуют. Бесполезное умение, бесполезное. Выглядит круто, но бесполезно. Жаль. Придется брать голову курицы. А, я атаковать ногами буду. Нормально. Удар ногами довольно хороший и быстрый. Так, нужно найти компост. Где? Знаете, какого умения не хватает? Или какого параметра? Скорости атаки. Да, вот это было бы здорово, если бы ты мог взять большую голову и как-то ее раскачать таким образом, чтобы она атаковала быстро. Потому что некоторые враги очень шустрые, и ты хочешь как бы ударить. Но они успевают ударить тебя первее. Даже с учетом того, что ты принимаешь правильное положение, выбираешь правильную позицию, все равно как бы это не очень хорошо. Ой, вы втроем прямо будете драться со мной? Может, вы не будете... О-о-о, они по очереди атакуют. У меня просто окошка для атаки нет. Да, пока я одна... О-не-не-не-не, это никуда не годится. Все, я пока убегу. Не-не-не-не-не, все, это никуда не годится. Медленно и ужасно все. Сделал себя, друзья, еще меньше. У меня голова совсем маленькая. Атака немного будет меньше урона наносить. Зато я буду быстрее. Это зарешает. Нет, ну вы посмотрите на это чудо. Петушужук. Жука-петух. Петушук? Это странно. Так, ну по одному-то я готов с ними драться. Атаки у меня скорости достаточно будет. Но все равно я как будто стал менее ловким, чем был раньше. До всех этих... перевоплощений им вот не успел увернуться. До всех этих перевоплощений и мутаций.
Надо, наверное, вернуть свой старый облик, он был идеален. Теперь я очень медленный. Так, удобрений больше здесь нет, да, компоста? Поэтому придется, похоже, кое-что делать. Ну, как, ну... Ты можешь атаковать, вот я рядом с тобой, начинай атаку. У меня будет время уйти. О, отлично. Вот, отлично. Ухаши, уходи. Есть. Успел? Давай, давай, давай. Гриб. По 6 урона, но это вообще никуда не годится. Нужна голова Геодака. Там и урон нормальный. Ударил? Когда ты успел? Не Геодака, а второго этот, муравья. И скорость атаки нормальная. И по урону, в принципе, терпимо. Все, ура. А вот это все, что мы сейчас делаем, это все ерундистика полная. Наверх можно забраться. Там и саламандры есть, и может быть даже удобрение. Так, сохранюсь в гнезде. Отлично. Еще и хп восстановил. Так, я иду к вам. Блин, думал, птица какая-то, а это просто цветок большой. Во, круглое удобрение. То, что нужно. Только петушара будет мне мешать, наверное, да? Ты будешь мне мешать или нет? Взял часть, которой никогда пользоваться не буду. Ну, петух на петуха. Кто победит? А что за саламандра? Во что она превратилась? А, она плюется. Ну, зараза. Ну, атакуй, курица, ну, атакуй. Вот, отлично. Мой первый удар будет. А, получил урон. Не попаду по ней. Хе-хе, свалилась. Так, надо теперь выкатить шар отсюда. Вот! Вот! Вот это отлично. Теперь докатим его до той точки. Не быстро, конечно, но докатим. Тут прохода случайно нет какого-нибудь простого. А вот и он. Вот и он. Не туда, не туда, не туда, не туда, не туда. Вот так. Это был не он. Вот сюда. Давай, 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 давай. Давай. А точно сюда? О, понял. Все. Да уж. И че, и как мне достать его оттуда? Как он... Вот я толкал его, и как он оказался там? Ладно, друзья, на этом мы с вами остановимся пока. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Подумаю, как можно решить эту проблему. И до новых встреч. Удачи, пока, счастья вам и берегите себя. Пока, друзья. Тихо, тихо. Ай, хорошо.